Красноярскому бизнесмену и политику Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Это сообщает Следственный комитет. Исходя из материалов дела, у Быкова был конфликт с членами его же преступной группировки Александром Наумовым и Кириллом Войтенко. В тот период перед автомобилем Быкова взорвалась бомба, и бизнесмен не пострадал, но якобы решил, что покушение на него совершили как раз Наумов и Войтенко, и решил им отомстить. По его поручению организации преступления занимался еще один член банды Владимир Татаренков. Сейчас именно он считается главным свидетелем по этому делу. В 2012 году Татаренкова приговорили к 13 годам колонии за организацию убийства. Однако показания против Быкова он решил дать всего несколько месяцев назад. После этого 27 августа Татаренков вышел на свободу, а затем еще раз подтвердил свои показания. 18 июня 1994 года Быков Анатолий Петрович в квартире дома поручил убить двух человек. Я никого не сдавал, я все отрицал. Это была линия моей защиты. Вот только поэтому. А сейчас я пришел к выводу, что каждый должен ответить за свое. Анатолий Быков – известный красноярский бизнесмен, политик, экс-депутат Законодательного собрания края. В последние годы он активно критиковал действующую власть в стране и крае. Сейчас в отношении Быкова расследуют еще два уголовных дела – о руководстве преступным сообществом и об организации заказного убийства.